Звук бензопилы, летящие щепки и аромат древесины. За звание лучшего мастера борются как профессионалы своего дела, так и начинающие резчики. В этом году на конкурс «Пленэр под открытым небом» на 8 дней съехались 26 умельцев. Все они работники деревообрабатывающей отрасли и лесхозов страны. Там остов древ, речица древ участвует, Новосверженский лесозавод, Гомель древ. Наше предприятие представляет 3 участника в этом году. Лесхозы Мозырский, Бобруйский, Эковерпро в том числе, участники. Ну и в этом году тематика «Сказочный лес». В распоряжении мастеров бревна дуба и всевозможные инструменты для работы с деревом. Леонид Синько из Толбцовского района на пленэр приезжает уже во второй раз. Резчик с 30-летним стажем в прошлом окончил художественное училище в Бобруйске. В Вербках он вдохновился идеей создать объемную скульптуру воеводы. С дубом мужчина любит работать больше всего. По текстуре нравится и вообще... Саму скульптуру легче резать. Лучше видно детали, там все можно поработать. И в любом направлении оно режется хорошо. И вдоль волокон, и поперек. Коллеги по цеху создают не менее интересные фигуры. Медведи, зубры, бобры и лесные девы. Каждый мастер здесь немного волшебник. В руках умельцев древесина перевоплощается в самых разных персонажей. Для участников пленэра это возможность на других посмотреть и себя показать. Я новичок, я бензопилой мало работал. И для меня это большой опыт общения с мастерами. С народными мастерами. Я тут каждый раз приезжаю, что-то новое видишь, что-то такое интересное. Вот. А как любые соревнования в этом стиле. Вот. Тем более нам для фандоки это уже теряется школа резчиков. Все, ЧПУ стоят, станки, все, ручных почти работ почти нету. После конкурса лучшие работы мастеров украсят улицы и учреждения Бобруйска. Ну а кто станет победителем, будет известно 12 июля. В пятницу для участников и гостей на территории базы отдыха Вербки пройдет мастер-класс скоростной резьбы бензопилами и откроется выставка авторских работ. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.